А вот пульт от телевизора вижу. Что, может быть, за подушкой ломаешь, где-нибудь он есть? Опа, стопудово. Вы серьезно, чуваки? Всем привет, меня зовут Пози, и со мной сегодня Фиксаид и Мостер. Всем привет, я Фиксация, это позиция, а там вдалеке демократия. Да, всем привет, ребята. И сегодня мы вместе с ребятами поиграем в прятки на огромной кухне. Мы будем лилипутами, а Демастер будет гигантом, который будет нас искать. Дем, ты готов? Я готов ставить таймер на 30 секунд. Не-не-не, подожди, нам нужно каким-то образом нажать на эту кнопочку. Я не знаю, кто там лилипут, лично ты таракан. А я сейчас лечу и нажму на кнопку, если у меня получится это сделать. Давай. Может быть, у нас сейчас... А, сейчас. Это не та кнопка, вот, не та кнопка. Давай, нажимай в полете. Давай, тыкни на нее, тыкни. Да, игра началась. Вот это я понимаю, миссия невыполнима. Так, 30 секунд, окей. Нам нужно с тобой спрятаться, Фиксай. Ой, давай не будем, наверное, в одном месте прятаться. Тут, а слушай, я знаю, где мне спрятаться. Погнали на кухню. Слушай, а зачем ты это сказал вслух? Я не знаю. Так, ладно, я знаю, куда я спрячусь. О, смотри. 10 секунд, ребятки. Тихо. Нет, почему ты закрылась? Не закрывай ее. А, нет, стой. Открой. Я не успел. Открой прямо сейчас. Подожди, стой, я не успел. Как себе залезть? Все, я выйду искать. Черт, ладно, надеюсь, он меня не найдет. Вот я вернулся домой. Я спрятался, я успел. С моей дорогой Ниной. Неужели тараканы завелись у меня в квартире, а? Лёх, ты видишь меня? Нет, я тебя не вижу. Смешливые тараканы смеются, я аж слышу отсюда. Не кушай! Я вижу Демастера. Я сделаю звуки погромче, чтобы слышать, как вы жрете. Я видел твои частицы, как ты кушал. На кухне, да? Нет, мы не на кухне. А почему Демастер уменьшился? Я не понял этого сейчас. Как он тебя не заметил? Это шок. Я не понимаю, как он меня не заметил. Ой-ой-ой-ой-ой, здравствуйте, мамочка. Я улетаю от тебя. Он больше стал. Он стал гигантом. Фиксай, открой. Нет. Только не это. Он бегает за мной по всей комнате. Ты видишь это? Куда прихлопнуть? Это в реальной жизни невозможно. Так, за телевизор. Гениальная схема, гениальная схема просто. Ты видел, да, это? Как я его обманул? Нет, я его не обманул. Ты до сих пор летаешь, что ли? Да, я до сих пор летаю. Фиксай, отвлеки его на себя, пожалуйста. Я не могу никак. Да открой, открой дверь. Он здесь. Я не могу от него спрятаться, он бегает за мной. А все, он тебя потерял, кажется, Да нет, он меня пытается убить. Уже кончится у тебя. У меня еще второй стак остался в запасе. Ну как тут не упасть? Это невозможно же. О, Фиксай, здорово. Да в смысле Фиксай, здорово? Нет. Это была подстава, да, чувак? Это была дикая подстава. Все, меня здесь нету. А у меня здесь чайки не прогружены. Нет, у меня тоже. Здорово! А я спрятался, а я уже спрятался. Я уже спрятался. Все. Нет, да камон, Дэм. Ну хватит меня преследовать. Почему именно я, Дэм? Почему именно я? Там же был Фиксай. Вот забери Фиксая лучше. Ты что, уже улетаешь? Я муха цокотуха. Правильно летишь, Усов. Наверх. Лети наверх. Усов, хорош. На лампу. Слушай, он меня убить не может. Реально. Так ты спрячься, пока он уменьшился, спрячься. Да я пытаюсь куда-то спрятаться, но он меня видит. На этой кухне слишком мало места. О, начинай искать. Здорово! Фиксая, только не меня. Фига себе у вас там баталия. Ну-ка иди сюда, я поймаю тебя. Я чувствую себя, как будто я в «Звездных войнах» облетаю через все эти стаканы, через всю эту кухню. Дэм, ну хватит за мной летать, ты меня не догонишь. Вон он там наверху, Дэм. Забери его. Мне кажется, надо было сделать вам всего 10 этих фейерверков, чтобы было честно. Фиксай разбился, ну да ладно. Я спрятался. Давай, попробуй меня найти. Попробуй меня найти, Дэм. Ты видел это, Фиксай, ты видел? Ты меня здесь 100% не найдешь. Капец, я сижу на самом палевном месте. Я не понимаю, как вы меня здесь не замечаете. Я, кажется, слышал, как будто кто-то блок сломал. Да, где-то блоки ломает, там сидит. А вот пульт от телевизора вижу. Может быть, за подушкой где-нибудь он есть.
Опа, стопудово, погоди. Вы серьезно, чуваки? Подожди, а что он смеется? Вы что, шутите, что ли? Фиксай, ну ты, конечно, да, выдал. Нет, все, все, я же нашел, я нашел его. Да, я вывелся. Разрушай погоню, давай, лови его. Давай, у меня просто меча нету, гонись за ним, гонись. Давай, ты меня не догонишь! Я вылечу форточку! Нет! Ломаю стекло! Не получается! Нет! Он меня сейчас убьет! У меня закончились фейерверки! Я лечу на подбитом крыле! Оу! Все! Приятной посадки, добивайте меня. Добивайте меня. О, да, все, у него нету, гаси его, у меня просто меча нету. Ладно. Все, убиваю. Меня убили. Но я остался последним. Ну что, чуваки, я предлагаю сейчас ограничить количество фейерверков. Давайте ограничим количество фейерверков, это хорошая идея. Кто не спрятался, я не виноват, ребятки, даю вам еще 30 секунд. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Ребят, у вас осталось почти 20 секунд. 10 секунд уже прошло, вы понимаете это? И пока я это говорил, прошло еще больше времени. О, ребятки. Все, ребят, 10 секунд осталось. Да как 10? Да, чуваки, 10 секунд. Да ты все равно не найдешь. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, я выхожу на охоту. И так. Не найдешь никогда в жизни. Окей, под моими ногами никого не было. Кто-то из вас на меня запрыгнул? Нет? Нет? Да, я прямо на тебя смотрю. Я волоса, господи, у тебя блоки в волосах. Он около тебя фиксирует. Конечно. Ну, я в это и поверил сразу же, да, чуваки. Максимально беспалевно. Сейчас я шкафчики прочекаю вначале все, да? Да, чекаешь шкафчики. Ты максимум там химчистку найдешь какую-нибудь там. Ничего себе, здесь местечко на самом деле прикольное. О, Дэм, здорово. Ты должен уменьшить. Ладно. Он бежит за мной, Я вас, кстати, вижу обоих. Нифига себе, вы за собой след оставляете, чуваки. Я все фейерверки потратил. Если у тебя хотя бы раз ударит, то все, это конец, фиксай. Да! Он не ударил. Ну как ты меня нашел? Да, все, я тебя нашел, я тебя добил. Слушайте, я краем глаза, кажется, видел, где прятался Дэм. Как мне обратно стать нормальным? А ты Дэма что, не нашел? Нашел его! Только что! Стоп, Дэм только что спалился! Дэм, ты только что прыгал? Да, ты за книжкой засел. А, нет, мне показалось. Да, я там, очень-очень-очень близко. Что прям рядом со мной был, прям очень близко. Я понял твой сарказм, Дэм. Окей, давай подсказку, горячо или холодно? Но я неподалеку от фиксая. Неподалеку от фиксая? Значит, совсем близко. Я понял тебя. Я тебя понял. А я знаю, где он. Правда, я взлететь не могу. А он прямо здесь, смотри, над книжкой вот этой. Да, стоп, он был над книжкой. Я же говорил. Я его почти догнал. Стоп, где он? Где он? Я его не вижу. Он под тобой прямо. На люстре он. Да? Ты ударил его? Почти. Я гонюсь сейчас за ним. Давай, у него мало фейерверков осталось. У меня осталось 7 фейерверков. Мне нужно по нему попасть. У меня тоже осталось мало фейерверков. Попал? Нет? Нет, не попал? В смысле? Не попал. Я не понял этого. Дэм улетает в сторону холодильника. Почти! Я прям у тебя в спине лечу. Да ну нафиг! Остановись, крылатый! Сейчас крылья поотрываю, чувак. Давай, у него почти закончились фейерверки. Стоп, я не понял, где он. А что я радуюсь, мы же проиграли. Фиксай, может быть, ты мне поможешь немного, а? Я не могу, у меня фейерверков нету. Да блин, Дэм, ты думаешь самый хитрый, так, да? Подожди, так ты ударил его, ты попал по нему? Нет, я не попал по нему. Да, попал! Я слышу за вами, я раз, два, три, кто не спрятался, я не виноват, через 30 секунд. Давайте, прячусь, у вас 30 секунд. Я знаю, где я спрячусь, Дэм. Дэм, молодца! 13. Шикарно, 15, Дэм. Иди сюда. 19. Пора, не пора. В смысле? Пора. Так, ладно. Вонючие трусы Дэма нашел. Фу, не-не-не. Чего? Да. Думал скрыть от меня их, а нет, я их нашел. Ага, здесь то... А что это я не понял?
Я не могу почему-то открыть эти шкафчики. Ну, думаю, значит, вас там нету. Я знаю, где вы. Я точно знаю. Опачки, где же вы могли спрятаться? Здесь вас, кажись, нету. Ага, ты, наверное, в коктейль залез. Да, 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 ты угадал. Как в джакузи в большой здесь добрался. Здесь да. Тоже вас нету. Кто-то в большом джакузи, фиксай. Подожди, подожди, кто-то в большом джакузи. А где может быть большой джакузи находиться? А я знаю, где вы. Ну привет, ребята, выходите. Что там, мышка есть? Куда ты улетел? Куда-то? Я полетел. Где, где он? Где он? Ты меня потерял? А, ты нашел демо? Почему я не попал? Давай, 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 я почти тебя ударил. Я хотел незаметно тебя подкрасться и почти тебя ударил. Нужно было по ногам бить. Фиксай умер? Да. Фиксай. Фиксай. Фиксай! Ты сейчас... Не понял. Ты был большим, а я прям возле тебя. У тебя над головой летал. Стоп, я где-то слышу, здесь очень много шагов. О, фиксай, а я тебя вижу опять. Кто там кушает? Кто там кушает? Ты прям возле меня, фиксай. Ха. 8 фейерверков. Подожди, стой. Куда? Куда? Куда ты там полетел? Да в смысле? Маленькая букашка, остановись! О! Я ударил тебя, да? Не-не-не-не-не, это я об стол ударился. Ну да, да, рассказывай, это был я. Нет, это был точно не ты. Ну хорошо, хочешь играть по-взрослому, будем играть по-взрослому. Значит, будем летать. А где... Стоп, а куда ты потерял? Окей, не понял, где ты? Дэм, ты где сейчас? Ну как? Я ударил! Чёрт! Нет! Всё, отлично, минус пользы. Ладно, хорошо, фиксай, я буду тебе помогать. Хорошо. Окей, Дэм, скорее всего, спрятался в духовке. Что-то мне подсказывает. Не знаю. Дэм, ты в духовке? Дэм. Я знаю, где он. Дэм. О, я застрял в текстуре. Что происходит? Что делать? Дай все вместе кричать. Чуваки, помогите, реально. У меня элитра тратится. Вот, фиксай, смотри вниз. Это я. Где? Вот. Видишь, дверь открыта. Я не вижу тебя. От полки. Вот он я, смотри. Привет, да. Я ударил, все. Нифига себе. А как ты его не заметил, что он стоял здесь? Я не знаю. Я ударил его, все, победа. Так, Дэм будет ведущим. А что ты подсматриваешь? Это просто идеальное место. Знаешь, куда я сейчас спрячусь? Куда? Что-то розовое. Во что-то розовое? Да. Ребят, ну знаете, что в этот раз мы усложнили немного игру, теперь я еще буду ставить ловушки. Какие еще к черту ловушки? Фиксай. Видишь меня? Не понял. Смотри, он там что-то строит, что-то делает. О, он взял блоки лавы. Что ты там пишешь, Дэм? Он там пишет какие-то слова. Какие-то плохие слова запрещенные. Все, Дэм, можешь идти искать. Все, иду искать, хорошо. Так, ловушки. Сейчас буду ловушки для вас делать. А что вы тут все наоткрывали? Ты видишь ловушки? Где ты? Не видишь меня, да? Нет, дай подсказку. Ну, я, так вот. Ну, в принципе, он ушел оттуда. Он ушел оттуда? Да. Ну, ты понял, о чем я. Нет. Да все, он меня поймал. Как ты так быстро-то проиграл? Я не знаю. Он меня в стакане увидел, стакан прозрачный. Ты думал, что ты фиолетовый стакан упадешь, но нет, это не сработало. Именно. Не, это не сработало. Так, фиксай, дай подсказку, ты где? Я нахожусь там, где невиданный горизонт, и где все черным-черно и серо. Нету счастья, нету радости. Именно там я нахожусь. Стоп, ты в картине? О, ты что, картина живописная, я бы только и наблюдал за ней часами, а я... Тут несколько картин. Ну в картину залезть нельзя, если там нет секретного прохода. Она без них, да. Давайте, господа, даю вам одну минуту. Если вы меня не находите, то я автоматически выиграю последний раунд. Не понял, в смысле? Да. Иначе мы так будем бесконечно играть. Хорошо, ты должен дать подсказку небольшую. Горячо или холодно, понимаешь? Окей, сейчас холодно. Значит, ты в другой части комнаты. Вам всего лишь нужно включить 48-ю извилину, и у вас все получится, давайте. 48-я извилина? Вилина? Ты за шторами? Нет. Окей, юзай фейерверк. Все, заюзал. Ты где-то в шерсти спрятался. Все, я покушал. Это была супер жесткая подсказка вам. А Дэма, кстати говоря, я вообще... А нет, я его вижу, да. Он сейчас на ресторане. Он около холодильника где-то был. Не-не-не, он не возле холодильника. Дэм, я так тебе скажу. Ты подходил ко мне, просматривал это место, но ты не смог меня найти. Это было очень жестко. Стоп! Да ладно.
Такого быть не может. Он в диване! Да, не, блин, не, не, блин, как ты меня не, это не, разгадал не вообще? Не в диване. Не в диване? А, я тебя вижу. Время, я время тебя там, вижу. Время там. А у меня фейерверков нет. Осталось 20 секунд. Фейерверк. Окей, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Да, да, я поймал его. Да, ты успел поймать, успел. Обломись, Софиксай. Обломись. Все, ребятки, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.